Body got a deuce. What? Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Твист, и сегодня я вам покажу довольно-таки интересный механизм, который называется секретный проход, который основан на детекторе обновления блоков. Собственно говоря, вот у нас есть такой вот блок, мы ставим на него редстоун, и у нас так открывается проход. То есть, в принципе, ничего сложного. Так же самое мы ставим красный факел, у нас открывается, ставим кнопку, нажимаем на нее, и она тоже у нас открывается. Итак, собственно говоря, вот такой механизм, и давайте перед тем, как мы перейдем к схеме, я вам скажу, сразу, точнее, хочу извиниться, даже не выходили ролики. Как вы знаете, у меня была сессия, то есть экзамены, 4 экзамена у меня было. В общем, сейчас я все закрыл, все сдал, теперь у меня появилось время, и теперь ролики уже все будут точно в стандартном режиме выходить, то есть это через день ролики будут выходить, это точно. То есть там летсплеи, механизмы и прочее. Ну, в основном я, конечно, буду пока снимать летсплеи, потому что механизмов у меня пока идей никаких нету. Ну что ж, я вас предупредил, все со мной хорошо, никуда я не пропал. У меня просто была сессия, просто были экзамены, мне надо было готовиться. Итак, кстати, еще забыл сказать, то что, возможно, летом немножко график сдвинется по выходу роликов, потому что я иду, скорее всего, работать, поэтому ролики могут выходить с перебоями иногда, но они выходить будут, поэтому что я вас так ввел сразу в курс дела, вот, и... Также я хочу вас спросить, как вы смотрите на то, чтобы мне завести Твиттер, в котором я буду постить все новости. То есть в ВК я не очень люблю постить, но вот в Твиттере будем мы все это постить, и чтобы вы могли узнать о моей жизни, и я, если что, вас мог предупредить. Итак, давайте теперь уже перейдем к схеме. У меня здесь два варианта этой схемы. Первый вариант — это вот такой вот вариант. То есть это проход, грубо говоря. То есть нажимаем на кнопку, и у нас активируется все. И второй вариант — это просто обычный бат-свич. То есть мы нажимаем, мы ставим сюда редстоун, он сбивается и загорается лампа. То же самое с красным факелом. И то же самое с кнопкой. И давайте, собственно говоря, наверное, построим эту схему. Но для начала я возьму нужные мне ресурсы. Это липкий поршень, ступеньки, редстоун, редстоун блок, обычный поршень, репитер, красный факел и любой блок. Итак, давайте, собственно говоря, построим. Начнем мы с первой версии этой схемы. Ставим вот так поршень, после чего ставим липкие поршни вот таким вот образом. Давайте еще возьмем сразу желтый блок, чтобы обозначить, где у нас что будет. Теперь ставим сюда ступеньку, после чего мы ставим редстоун блок. Далее берем любой блок, после чего ставим сюда поршень, репитер направленный вот сюда, задержкой в 2 клика, блок, редстоун, красный факел. Блок, репитер с задержкой в 2 клика. И здесь блок, опять же, редстоун. И берем, нет, липкий поршень. Вот таким вот образом. Так, давайте я напишу tag downfall, чтобы не был дождь. И ставим сюда блок красного камня. И все, у нас получился вот такой вот механизм. То есть обычный проход, основанный на бат-свиче. Можно заметить. И теперь мы так же самое изменим эту схему, построим ту же схему, только чуть измененную. Здесь мы ставим поршень, все стандартно, то есть здесь ставим ступеньку, здесь ставим редстоун блок, потом сюда редстоун блок, поршень, который у нас будет служить как датчик обновления, далее репитер задержкой в 2 клика, блок основной, который у нас будет выводить наши все сигналы. Здесь вот так вот несколько красных факелов. Опять же, здесь мы ставим репитер. Вот здесь. Также мы ставим блок, редстоун и берем обычный поршень. Ставим его вот так. И сюда редстоун блок. Все, в принципе, схема готова.
А нет, не готово еще. Вот здесь еще блок и все. Блок и репитер. Получается, в принципе, вот такая вот схемка, и мы можем, собственно говоря, уже брать вот так и выводить наш сигнал куда нам угодно. Либо прямо, либо наверх. Ну, я выведу его наверх. Давайте мы возьмем лампу и поставим ее вот сюда, и нажмем, активируем это все дело. И у нас все, в принципе, работает. Редстоун сшибается, и сигнал подается на лампу. Ну что ж, вот такой вот получился механизм. Надеюсь, он вам понравился, и надеюсь, вы найдете ему применение в своих постройках. То есть там всяких механических домах, механических всяких проектах и так далее. В общем, на этом, я думаю, я закончу. Еще раз напоминаю то, что ролики уже начнут нормально выходить. Я наконец-то сдал сессию, и все будет оки-доки. Ну что ж, на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Твист. Всем удачи, всем пока.